Всем привет, Кент, на проводе. И если вы всегда хотели поиграть в Майнкрафт и в CSGO одновременно, ребята, игра под названием Block Strike подходит именно для вас. Это просто бомбезная игра. Я на нее подсел, я только вчера о ней узнал. Я проиграл, не знаю, часа три. Ребят, не обращайте внимания на то, что у меня до сих пор первый левел, потому что я потом удалил игру, заново установил, у меня все обнулилось. Ну, в общем, ребята, как играть в эту игру, я уже знаю. Она мне очень понравилась, очень классная. Мы, ребята, зашли в список серверов, дальше мы нажимаем классика, и давайте куда-то зайдем. Смотрите, все сервера переполнены. Вот давайте хоть сюда зайду. Так, ну чё, синяя команда или красная команда? Конечно же, красная команда, потому что их меньше. Ага, то есть пока что, ребята, новый раунд не начался, и я могу смотреть как спектр. Блин, как это классно! Новогодняя шапочка вообще меня убила. Вот это не нубы. О, ну сейчас, ребят, Кент придет, покажет, как правильно играть, потому что я смотрю, что что-то пацаны вообще полные нубы. Ну, вы там скоро, родители, что там? О, нашли последнего нашего синего. Сейчас его убьют, потому что их двое. И все, ребята, новый раунд. Что-то красные вообще нахибаторы, но сейчас папка придет, сейчас им покажу, кто тут главный у нас на районе. Ну что, ребят, пушка у меня есть. И вперед в бой. Вот эта кнопка прыжок, вот эта кнопка стрелять. А, ну вы их все равно не видите. Но я думаю, ребят, вы поймете, где стрелять, где прыжок. Так, давайте я перезаряжу мою обойму. И вперед в бой. Опа, неждан! Вот так, знай наших! Будешь знать, как на папку нападать. Да, ребят, я про. Ну, в спину попал. А-а-а! Ох ты, мама мия! Как же больно-то! Да за что? Я ж тебе был как брат. Синие победили. Я, конечно, извиняюсь, но тут что-то не так. Так давайте обратно. Не в этот раз я пойду за синюю команду, потому что, как я понял, красные что-то вообще нубы. Ну что, сейчас будем нагибать красных. Блин, жалко, по своим нельзя стрелять, можно было бы угорнуть. Так, перезарядочка. Ладно, я не хочу бежать за толпой, потому что это плохой вариант. За толпой бежать не надо. Лучше где-то одному. Так. О! Блин! 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 Ну, по-любому, читер, наверное, там АИМ, ВХ, спидхак. Ну, потому что меня обычно игроки не убивают. Однозначно читер, ребят. Короче, смотрите, в чем дело. Вот я знаю, что если ты досмотрел до этого момента, значит, тебе понравился данный видеоролик. Пожалуйста, поставь лайк, потому что, ребята, именно ваши лайки меня смотивируют снимать подобные видеоролики, потому что эта игра мне очень понравилась. Ребята, если будет большая активность на этом ролике, то я однозначно сниму продолжение, потому что я, честно говоря, ребят, подсел на эту игру, и я намерен в нее играть без записи. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. Если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, да, кстати, подписочка тоже важный аргумент, то тогда, ребята, Кент АПК будет играть в эту игру. Ну, конечно же, играть на запись. Ну что, погнали! Так, синяя команда. Я надеюсь, что вы меня не подведете. Ну, и я вас не подведу. Погнали! Сейчас мы покажем, кто тут папка. Ух ты! Эй, пацаны, ну как так? А я его что, взглядом убил? Вот это папа, да? Нормально так. Красные вообще полные нубы. Как будто с ботами играем. Жалко, тут нет микрофона. Вот я, ребят, думаю, что в будущем тут будет голосовая связь. И это будет насколько улетно. Такс, такс, такс. Давайте... Так, ты куда? Не держи папки. Ну, сейчас я его убью. Ну, дайте хоть кого-то я убью. О, ништяк, ребята, минус один. Ну, конечно же, Кент всех нагнул. Так, а как перейти за противоположную команду? Вот этот вопрос меня интересует. Ух! Так, о, попал, кажись, попал. Ништяк, минус один. Да когда его убью-то? Минус два. Слушайте, так я вообще скилловый подчан. Здорово, братан, здорово. Ребят, прикол в том, что тут-то 40 карт в этой игре. Честно говоря, я, ребят, удивлен, как можно создать насколько крутую игру. Короче, создатели, я вас просто люблю. А-а-а! Мама мия! Ох, пацаны! Блин, ну я же спиной был повернут, ну вы не могли подождать?
Ладно, ребята, я думаю, что на этом моменте можно заканчивать. Я еще раз повторюсь, что все зависит только от вас. Если вы хотите продолжение, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока!